Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на моем канале спортивном. Вот, и сегодня речь у нас пойдет о протеине, а именно Островит. Фирма есть такая, Островит, если кто не слышал. Очень, кстати, хорошая фирма. И вот, собственно, наш протеин, как некоторые любят говорить. Я взял большую пачку. Вот, у нас здесь 2 килограмма, 270 граммов. Это очень хорошо. Вот, стоит эта пачечка у нас, получается, 850 гривен. Ну, это приблизительно где-то 30 долларов. Вот. Try Test Technology, Supplement Food. И классная тема, знаете ли. Это довольно вкусный протеин. У нас здесь получается 78 граммов белка, как здесь пишут. 17,7 граммов БЦА у нас на 100 грамм продукта. Лейцин у нас 8,35 грамма. Вкус у нас белый шоколад. И очень вкусный протеин, кстати, классно. Я до этого брал протеин от фирмы, по-моему, Мекс. Да, Мекс. Синяя банка такая. Вот. И там был вкус шоколад. Но он как-то не очень был. Я его еле допил. Мне, если честно, уже под конец его не хотелось пить. Как-то так. Вот. Не особо он пошел. Но он был говяжий. Вот. И он был дороже. Там, получается, банка 1,8 килограмма стоила 1200 гривен. Это где-то около 50... А, подожди. Ну да, где-то около 50... 45... Да, 45 долларов. 45 баксов. Стоил. Вот. И чем хорош... Блин, я вот взял и радуюсь. Дело в том, что чем классный этот прот, то, что у меня как бы молоко... Аллергены молоко. Продукт может вместить и сою, и горохи. Так, ну это такое уже, нам не особо. Здесь у нас пишут, пищевая ценность у нас на 30 грамм продукта получается. 23 грамма белка, углеводы 2,4 грамма, жиры 1,8 грамм и калорийность 119 калорий получается. Это очень-очень хорошо, и стоимость очень хорошая, и то, что он не вызывает вздутие, это тоже просто супер. Дело в том, что у меня непереносимость лактозы, то есть молочка, она не особо у меня идет. Но этот протеин пошел на ура. Я как-то раньше брал Островит, вот, и почему-то потом перестал брать. Стал брать другие. Вот. И решил снова перейти на этот. И, блин, классно. Во-первых, меня устроила цена. Тогда они были подороже. Вот. Соответственно, качество меня тоже устроило. Единственное, что, конечно, он не так хорошо размешивается, как, допустим, тот же протеин Мекс, который я брал. Мекс ты засыпал, залил водой, буквально пару раз стряхнул, и все, он полностью растворяется. Вообще, вот прям, ни густоты, ни особо такой ничего нету, то есть полностью растворяется. Это очень хорошо, то есть качественный продукт, да, но вкусовые добавки, конечно, не очень. А этот, да, он такой комочками берется, блин, этот самый приходится очень сильно трясти, либо взбивать блендером погружным, потому что комочки эти, они прилипают к зубам, знаете ли. А вообще, в целом, я продуктом доволен. Соответственно, брал в нормальном магазине, не в каком-нибудь подвальном там, вот. Так что в качестве продукта я не сомневаюсь. И то, что я ранее брал, и то, что сейчас брать, я взял, в принципе, то же самое по качеству. Тогда он был хороший, и сейчас он тоже нормальный. И что самое главное, Островит это недорогая фирма, и это, кстати, польская фирма, то есть европейская. Это тоже очень хорошо, потому что братья-европейцы делают качественный продукт. Если это, конечно, не какие-нибудь подделочные там где-то под Полтавой или под Москвой делают. Но это уже другая история. Собственно, за этот можно не переживать. Вот. Единственное, что я хотел еще сказать. Да, собственно, что, блин, и говорить-то особо и нечего. Знаете, минусов нету, и как бы плюсов прям таких вот суперских нету. Самый лучший, кстати, протеин по вкусовым добавкам, которые я пробовал когда-либо, это Power Pro. Вот там реально, блин, вкуснейшие протеины, но там проблема с лактозой. У них нет линейки Lacto-Free, и исходя из того, что у меня очень сильное вздутие от них, я так предполагаю, что плохая очистка идет. Нет, качество хорошее самого продукта, то есть вкусовые заменители тоже классные, прям вообще приятно пить, я особенно любил кокос, и что там еще, ежевика была, блин, это просто обалдеть. Реально классные вкусы, но вот проблема с лактозой, это, конечно, не очень хорошо, поэтому, если, конечно же, меня кто-нибудь будет смотреть из компании Power Pro, пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь, чтобы я мог покупать и
употреблять вашу продукцию, потому что лактоза – это зло. Вот. А здесь качественное сырье, видать, используется. Не видать, а так оно и есть, потому что очень хорошая очистка, лактозы практически нету, и, собственно, вздутия тоже нету, потому что. В общем, классный протеин, знаете ли. Вот так вот он выглядит, вот упаковочка. Застежка здесь, кстати, классная. Реально качественная застежечка, она прям такая плотная вся, знаете. Вот ощущается прям качество вообще, прям вот толстая такая. Вон, посмотрите даже, вот она, если ее видно на камеру. Лента такая огроменная. Вообще застегивается прям налегке. Я прям вообще, вот реально, реально хорошая застежка. Вот впервые в жизни мне попалась хорошая застежка, а то вечно какая-то дрянь попадается, которая не закрывается или раскрывается постоянно. В общем, очень неудобно, когда застежка плохая. А здесь застежка классная. И продукт в целом меня устроил. Что можно сказать по качеству, допустим, оценить там, по 12-бальной шкале? Ну, я бы, наверное, дал этому протеину где-то баллов 9. Вот. Почему 3 балла не додал? Ну, за вкусовые добавки. И за то, что берется комочками. Вот. А в целом, все меня устраивает. Замечательно, поэтому обязательно рекомендую покупки, можно брать, классный протеин, минусов-то и нету, вкусы отличные, кстати, я тогда брал, помню, фисташку брал и еще какой-то брал, и вот сейчас белый шоколад не было, ну просто другого не было, поэтому я это взял, а там был какой-то то ли чизкейк, то ли что там, в общем, что-то я такое хотел, кремовое, но не было, поэтому был только белый шоколад, но меня устраивает вполне, то есть белый шоколад гораздо лучше идет, чем обычный шоколад, потому что когда я брал Мекс, там очень сильный был запах какао, то есть самого шоколада там, понятное дело, и не было, то есть какао насыпали, как обычно, и, в общем, такой, знаете, приторноватый чуть-чуть вкус был такой себе. Здесь все мягенько так идет, классно, вот, единственное, что раздражает, это только комочки, и все, приходится сильно взбалтывать, поэтому имейте в виду, и, кстати, к зубам прилипает, неприятно. А вообще продукт классный. Так что такое вот у нас сегодня коротенькое видео было по поводу протеина. Я еще пачечку допью. Это я только недавно начал пить его. Буквально несколько дней. А, вот. И в конце, когда я его добью, я уже сниму нормальный отзыв о том, как он пошел на диете. Потому что ну сейчас пока все нормально. Потому что я не знаю, как оно дальше будет. Вот, но пока все хорошо. Поэтому это мои первые впечатления об этом продукте. Вот. И он меня, в принципе, устраивает. Как я уже говорил, вы простите, если я повторяюсь постоянно. Ну, как-то так получается. Так что хороший протеин можно брать. Фирма Острый Вид. У нас здесь даже сайт их не написан. Все написано. Единственное, что здесь нету на упаковке инструкции на русском и, или даже хотя бы украинском языке. Все. Здесь польский есть. Короче, немецкий, английский, ЕСП какой-то, я фиг его знаю, что там такое. Короче, русского и украинского здесь нету. Сукроза. Хотя, подождите, а не, русский есть. Что-то я, блин, невнимательный вообще. А он, оказывается, внизу. А я вверху смотрю, вот здесь вот. А он вот его сюда выделили. Отдельно. Отдельно нас выделили. Так, и считаем, значит, по составу. Здесь у нас состав. Концентрат сывороточного белка из молока. Так, какао, шоколад у нас дрим. Ароматы, загустители. Ксантановая камедь. Гумербит, соли, регуляторы кислотности. Яблочная кислота, лимонная кислота у нас здесь. Цвет карамель у нас туда-сюда. Каротины, бананы. Тут сукралоза. Сукралоза. Он может содержать сою или орехи. Ну, это, в принципе, нормальные продукты. Я вообще к сое очень лоялен. И считаю, что соя это один из самых лучших вообще, которых только существует, видов растительного белка. Не только потому, что у него... У сои довольно-таки полный аминокислотный профиль, хотя там, по-моему, нескольких аминокислот не хватает, но все равно. Вот. Но она богата белками, там очень много белка, если кто не знает, по-моему, насколько я помню, до 50%, короче, на 100 грамм белка в сое. Вот так вот. Так, соя или орехи. Рекомендации по применению. Разводить на одну порцию 30 граммов.
Короче, ложка здесь у нас в комплекте есть, но она какая-то маленькая, меня не устраивает. Я взял свою большую смекса, там такой черпачок хороший. Два черпачка зафигачил, и нормальный такой густой вкусный коктейль получается. Потому что, когда мало досыпаешь, если много воды наливаешь, то оно уже по вкусу как бы, ну, разбавляется, не то уж. Вот, а я люблю как бы развлечения и посолиднее. Так что, такой вот протеин сегодня был у нас на канале. Можно брать, качество хорошее, разводится не очень, комочки оставляет, к зубам прилипает. Вкус классный, вздутие не вызывает, это самое главное. И, блин, ну, вообще замечательно. И цена тоже очень хорошая. Так что, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Такое вот сегодня у нас видео было. До новых встреч!